68-й автобус здесь ходит с фуникулера. Впереди проспект Красоты. Он продолжается до фуникулера. Здесь по левую руку частные дома. В той стороне через дорогу тоже еще сохранились частные дома. Всеволода Сибирцева, 80/3, здесь такой адрес. Вон они, частные дома через дорогу. А наверху коттеджа. Колодец. Ну, наверное, работает еще. Зимой после снегопада вот эту дорогу перекрывают. И иногда можно встретить здесь сноубордистов, экстремалов. Вот они по этому спуску гоняют на сноубордах. Там церковь, которую намахали на... Ну, я не знаю точно, какой адрес. Вон там церковь виднеется за деревьями. А там улица Карла Либкнехта. Интересный такой домик через дорогу стоит. Ну, деревянный. Деревом, по крайней мере, обшит. Так. Давайте пройдем вот здесь. Посмотрим, что здесь интересного. Здесь у людей огороды. Ух ты, какой дом интересный, а!
с резными элементами на окнах. А что за адрес здесь? Там вон табличка висит. Абрековская. А что за дом, непонятно. Ну вот, сохранились деревянные элементы. Да и окна кое-где деревянные. Да, а вон там балкончик такой. Тоже похоже такой. Ну, раньше был большой балкон, а сейчас что-то маленький такой. Импровизированный сделали. Абрековская, 14. Вот этот адрес. Интересно. А здесь частный сектор. Так. Там где-то должна быть дорога вот так вот, в ту сторону. Славянская, 12, адрес здесь. Не знаю, можно ли будет спуститься. Ну, здесь деревня, так скажем. Здесь деревня. Славянская, 14. Сгоревший дом. Так, там дальше улица идет, а вот здесь вот должен быть спуск. Здесь на Карла Либкнехта. Домик уже в землю врос. Вон окна. Карла Либкнехта, 10. Ну, переделали. Раньше здесь было по-другому. Вот, кирпичом заложили. Вот этих ворот не было. Собакин.
Ну и вот такой Владивосток встречается. Вроде почти центр города, а частные дома, собаки во дворах. Улица Светланская, 169, вот этот дом. Thank you.
Раньше здесь были трамвайные пути. Новому году автомобилистам все было убрано. И сейчас трамваи не ходят здесь. Вот. Одна сплошная стоянка. Интересно, что там наверху, в этой башенке на крыше. Там детская площадка. Там на фасаде надпись 1955 год. Чудная кошка, нет?